Насколько суровое наказание нашим законодательством сегодня предусмотрено за подобные мошеннические действия? Совершение мошенничества в составе организованной группы либо в особо крупном размере предусматривает наказание только в виде лишения свободы. Уголовный кодекс Республики Беларусь, статья 209, мошенничество. Часть первая. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество наказываются общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Часть вторая. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок. Часть третья. Мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без штрафа. Часть четвертая. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом.